Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Девчонки, я, как всегда, к вам с любимым нашим видео о распаковке. В этот раз у меня пришли хлопковые шнуры. Шнуры я заказывала на сайте Азбука вязания. Если вы помните, мы с вами уже шили салфетки, корзинки и так далее из полиэфирного шнура, который назывался гамак, то есть Азбука вязания. Это производитель шнуров, и вот недавно у них появился хлопковый шнур. Я зашла, увидела, думаю, так, надо обязательно заказать, попробовать. В общем, на внешнее качество достойное, все очень хорошо. Причем я вам специально оставила показать и виды упаковки, и то, что каждый моточек упакован отдельно в пленку, да, подложены этикеточки, на которых мы можем с вами прочитать, что это хлопковый шнур 5 миллиметров, ну и метраж в каждом, так сказать, виде намотки. Намотка разная тоже, видите, есть вот такие бобинки, то есть вот тут 50 метров, как вы видите, вот этот вот большой моточек здесь 100 метров, вот, надеюсь, видно. Вот такая намотка есть, я говорю, вот в пленке тоже все упаковано, также есть этикетка. Есть вот такие, так сказать, пасмы, да, и есть вот такая большая пасма. То есть от чего зависит намотка, не могу сказать вам точно, но подозреваю, что, скорее всего, разные машины по-разному мотают. Итак, куда я купила такие шнуры? Я собираюсь сшить большую интерьерную корзину. Она у меня будет состоять из 4 оттенков, вот эти вот оттеночки будут у меня присутствовать в корзине. По 50 метров я взяла каждого шнура, и вот этот будет у меня в основе. Вот этот зелененький цвет, кстати, вообще просто великолепный. Я смотрю вот так вот в камеру, да, и у меня передается именно тот цвет, который я вижу вживую. Ну и все остальные, в принципе, также. Не знаю, как у вас настроены ваши экраны, что вы там видите, но я думаю, что вы тоже видите великолепную картинку. Значит, вот этот цвет называется Short Dress. Это у меня молочный. Здесь светло-серый, а этот светлый лен. Вот так называются оттенки. Еще я взяла на пробу вот такой хлопковый шнур. Видите, он такой переплетенный из двух цветов состоящий, то есть бело-синего оттенка. Что тут написано? И вот в этой упаковочке намотка 30 метров. То есть бывают по 100, по 50 и по 30 метров намотка. И вот такой вот я взяла на пробу одну бобиночку. Написано здесь: шнур хлопковый с люрексом для шитья сердечником, средней жесткости 5 миллиметров, 50 метров вот эта намоточка, темно-серый оттенок. Вот, я думаю, вы хорошо видите люрекс. Вот так гламурно смотрится эта бобиночка. Думаю, что и изделие также получится шикарное. В общем, надо придумать, что из него еще сшить. И вот часто очень девчонки спрашивают, что же такое сердечник. Вот смотрите, внутри вот такое наполнение из синтетических волокон. То есть, видимо, девочки переживают, что машинка не возьмет. То есть, смотрите, вот сквозь вот эти вот волокна однозначно любая иголка проткнет вот этот вот. Вот это наполнение, и никаких проблем с шитьем не будет. То есть, видите, во всех у них вот такие наполнители. Бывают, что в темных есть темные наполнители, но вот здесь вот даже в черном. То есть его не видно совершенно, что там и какой он. Вот такое наполнение внутри этих шнуров. Давайте посмотрим еще по жесткости шнуры. То есть, вот видите, действительно, как написано на этикетке, средняя жесткость. Они достаточно жесткие, достаточно упругие, но свободно гнутся, деформируются, то есть лягут так, как нам нужно будет при шитье.
Вот этот вот шнур, давайте посмотрим, тоже все примерно одинаково. Жесткость. Вот такое ощущение, что вот этот пожестче, прям хочется его распаковать. Где у него хвостик-то? Так, нет, не здесь. Вот он. Нет, такой же, как все, в принципе, тоже. Наполнение тоже белого цвета. Все как у всех. Девочки, еще что хочу сказать. Эти шнуры все есть на Валберес. То есть они появились уже там. Я посмотрела, специально искала. В принципе, вы можете набрать азбука вязания шнуры хлопковые. Они вам выйдут, найдете этот магазин. Но что хочу сказать. Я брала эти шнуры на сайте. Почему? Потому что там цена очень сильно отличается от той, что на Валберес. И это, девочки, намного выгодней закупиться у производителя на сайте этими шнурами, чем купить их же на Валберес. Так что зайдите, посмотрите, сравните цены, и я вас уверяю, что вам захочется побежать их и купить. А у меня на сегодня все. Пошла доставать машинку, начинаю снимать мастер-класс. Так что ждите, скоро будет. Всем пока-пока. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия.